Поплыл, поплыл. Мама потихонечку встает. Мы ребенка держим. Все, он будет спать уже. Нам сейчас подключить мониторинг, установить катетер внутривенный, то есть это как минимальные вещи, которые нужны для проведения общей анестезии. Все, так все стабильно. Наша задача сейчас гигиену отладить. По пастам мы там все рекомендации вам написала. И вы как приедете, постарайтесь на осмотр прийти, чтобы мы...